Открытый командный турнир по спортивно-тактическому лазертагу на страже Отечества в центре «Романтик» собрал более 300 участников из юноармейских и военно-патриотических отрядов. Он проводится в нашем городском округе уже второй раз и претендует стать ежегодным мероприятием. Лазертаг – игра популярная у молодежи. Суть ее заключается в поражении противников безопасными лазерными выстрелами из специального оружия. Соревновались 36 команд из городских округов – Щелково, Лосинопетровского, Балашихи и Мытищи. Перед участниками стояла задача захватить и удержать контрольные точки. Важными аспектами на пути к победе стали тактика и командная игра. И лучше всего в этом себя проявили наши щелковские ребята. В старшей возрастной группе первое место у лицея номер 14 имени Гагарина. Младший у Щелковской гимназии номер 6.